Как кормить мальков-меченосцев? Уже через несколько часов после появления на свет мальки меченосцев становятся достаточно самостоятельными и нуждаются в питании. Теоретически, водорослевого налета, имеющегося в аквариуме, может хватить им на 1-2 дня. Однако следует помнить, что кормление мальков в первые дни жизни оказывает большое влияние на их дальнейшее развитие. Поэтому подойти к составлению меню необходимо очень серьезно. Меченосцы, содержание кормления меченосца мальки.